Невже Андрій Данилко визначив остаточний склад своєї трійки? А Ірина зараз виступить на сцені «Х-фактору» востаннє. Ірочка, да. Ну що, дорога моя? Да. Ну, давайте. Давай. Ой, да. Я за тебя. А хто це йде такий красивий? Ира, здравствуйте. Здравствуйте. Каждый человек на сцене выглядит совсем иначе, чем в жизни. Мне кажется, что я вообще совершенно другая в жизни. И все. Я не пела профессионально, я начала заниматься 4 года назад. Ну вот сейчас уже вроде как выступаю. Я на тот момент была домашняя хозяйка. Муж сказал, чтобы я с дочкой шла заниматься вместе. Вот. Я его послушалась. Ты такая, ты такой. Ну, мы, конечно, мы всю жизнь с ним поем, вообще под гитару, и бардовские песни, романсы. Ну, в общем, такое все. Конечно, это все любительское было. Человек боится неизвестности всегда, понимаете? А я стараюсь не думать о том, что будет дальше. Вот сейчас, о, вот мой кусочек, буферная зона, так сказать, в ней живу. У меня так всю жизнь получается. Человек должен жить вот тем, что он может сделать, понимаете? А уже как это оценят окружающие, это уже не зависит от меня. Ну что вы приготовили сегодня? Приготовила песню про насекомое, при виде которого все хлопают в ладоши. Про комара? Нет. В траве сидел кузнечик. Моль. Дело в том, что у меня нет минуса, поэтому мне придется опять обратиться к Паше. А давайте все позовем Пашу. Паша! 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 Добрый пират, здравствуйте. Привет. Не смотрите вы так сквозь прищуренный глаз, джентльмены, бароны и леди. Я за 20 минут опьянеть не смогла от бокала холодного бренди. Ведь я институтка, я фея из бара, я черная моль, я летучая мышь. Виной мужчины это моя атмосфера. Привет мигрантам, свободный Париж. Я сказала полковнику, нате, возьмите, не донской же валютой за это платить. Вы мне франками, сэр, заплатите. Все остальное – дорожная пыль. Браво! Молодцы! Смешная вы, Ира. Вы знаете, вы, конечно, вот если институтка, то очень стеснительная. 2 секунды, мы посоветуемся с ребятами, да? Солнце волнуется. Я хорошо, что получилось разнообразно, нормально. Ну, это не мое. Это немножко не мое. Ну, это песня? Вы не за песню. Нет, как не вот... песня. Ну, правда, не стесняйтесь. Ну, плохо-плохо. Она реально очень обаятельная женщина. Мне кажется, она вот сыграла свою роль уже в нашем шоу.
Если бы она сбила сейчас джазовый стандарт, очередной, вы бы сказали, что она супер-пупер. Но это показывает ее хоть с какой-то другой стороны. Но это финал, как вы считаете? Скажите, вы можете мне пропеть вот этот припев, но не улыбаясь, вот только фрагментик. Я просто для себя, вот мне надо какие-то точки внутри поставить. Со слезой. Паша, пожалуйста. Ведь я институтка, я фея из бара. Черная моль, я летучая мышь, вино и мужчины — это моя атмосфера. Привет, мигранта, свободный Париж. Ребята, у меня очень сложная ситуация, так как все разные. Я прошу вот не обижаться и принять это как, ну, так бывает. София, простите меня. Уступите место старшему. Ничего Ира, что с вами случилось, я не могу понять? Нет, ну ничего, я, конечно, и... Конечно, я хотела, но мне жалко девочек. Мне жалко так, но это конкурс. Присаживайтесь. Не расстраивайся. Постарайся. Все, давай слезы утрем. Все. Дело в том, что у нас... вы сидите вот сейчас тоже, есть нюансы. Ребята, не расслабляйтесь никто, потому что очень такая какая-то категория у меня попала. Я нервничаю.